Здравствуйте, дорогие подписчики! С вами Сноб, вокалист дискогруппы Neon People. Сегодня мы снова встречаемся возле нашей двухкассетной тети Сони. И на обзоре у нас будут две необычных катушки с магнитной лентой. Вообще у меня три таких катушки. Третья у меня находится в моих архивах. Я ее еще нашел лет 15-16 назад, а может даже и все 17 назад в ДК, так же как и эти катушки. И тогда я записал на нее, стер старую запись, записал на третью катушку первые вокальные работы нашей Полины, первый ее вокальный альбом. Про эти катушки в интернете нет практически информации. Единственное упоминание о них я находил на одном радиофоруме несколько лет назад. И то там ничего не было конкретного по ним сказано. Человек просто спрашивал, что это за дичь такая. И давайте вот подробно рассмотрим эти катушки, что они собой представляют. Вот мы видим, нарисован силуэт гитариста. В левом верхнем углу надпись «Стерео». Здесь год выпуска 1991. И внизу написано «Высокое качество» с тремя восклицательными знаками и «Студия Дождь». Также написано «Специальная музыкальная программа 525 метров». Ну и надпись фломастером «Шумы номер 3». На этой катушке записаны различные эффекты, различные театральные шумы, которые применялись у нас в ДК для различных спектаклей, мероприятий. Записи этих шумов взяты с американских компакт-дисков, записаны с американских компакт-дисков с голливудскими эффектами из голливудских фильмов. Такие компакт-диски попадали мне в руки, я их перегнал в MP3 в рабочий компьютер и пользуюсь этими шумами по сей день. Вот. Переворачиваем коробку, смотрим. Опять надпись «Стерео», 525 метров, государственное малое предприятие «Крис», скорость 19 сантиметров в секунду, пленка LBMI. Вот не знаю, что это за пленка, я вот с такой маркировкой впервые встретился. Ну, не судите строго, все, что мне приходит на ум, я могу эту аббревиатуру LBMI расшифровать вот так вот. Лента магнитная, бытовая, измерительная. Может быть так. Но это лично мое предположение. Также видим опять 1991 год. Высокое качество, студия «Дождь». Специальная музыкальная программа «Оберегать от воздействия солнечных лучей и электромагнитных волн». Вот такая вот катушка. Нету никакой информации по поводу того, что представляло собой государственное малое предприятие «Крис». Про студию «Дождь» известно, что она тиражировала какие-то дискотечные сборники. С ней я не сталкивался. Давайте посмотрим, что внутри. Внутри находится вот такая вот катушка белого цвета. Очень похожая на катушки производственного объединения «Славич». Вот такие же четыре окна. Но эта катушка не производства «Славич». Дело в том, что вот здесь мы видим, я вот попытаюсь показать. Видите, написано «Цена 85 копеек». То есть эта катушка продавалась пустая, а ленту на нее намотали уже позже. И давайте посмотрим, что представляет собой лента. В начале идет вот такой вот желтый раккорд. Финальный раккорд белого цвета. Пленка
изрядно поезженная, покоцанная. Видимо, много ей в ДК пользовались. Пленка серая, похожая на Славич, действительно. Вот такая вот, не знаю, видно вам. А с обратной стороны она покрыта таким слоем, похожим на хром. Темный такой, слегка голубоватый, голубоватое покрытие. Такое покрытие в основном свойственно профессиональным лентам. У меня есть несколько катушек с профессиональной лентой, которая применялась на радио. И вот чем-то эта лента очень похожа на эти катушки. Скажу, когда я на третью катушку записывал Полину много лет назад, ее первый вокальный альбом, качество меня очень впечатлило. Очень высокое качество действительно на этой ленте. На вот эти две катушки, я думаю, не буду ничего записывать, потому что старая лента, ну, все-таки, по моему опыту, в 90% случаев очень плохо прописывается. Я не знаю, как некоторые прописывают ленту, которая выпущена в СССР в 60-е годы, даже в 50-е.